Ребята, корвет после зимы усратый пиздец. Весь грязный. Белки, короче, пролезли в гараж, блин. Обоссали его ужасно, блин. Он такой зачуханный, это просто пиздец, смотрите. Привез его на мойку. Сейчас посмотрю, как ребята его отпидорят, блин. Процесс покажу. Ну вот, корвет заезжает на мойку, ребята. Я привожу на эту мойку всегда, потому что считается, что это самая лучшая мойка тут. Они боятся корвет тут мыть, потому что он низкий очень и зацепляет за рейлс. Ну, оно, в принципе, по ним тащит. Ничего такого не случается. Я постоянно тут мою. Вон он опять стоит, очкует, отправлять ее или нет через мойку. Так, посмотрим. Короче, ребята, его отмывают прешер-вашером сейчас. Так засали белки его, капец, я, блин, переживаю, чтобы краску он не потерял. Ну, краска не полиняла от этого санья ихнего. Потом после зимней спячки мой корветик. Хоть бы отмылось. Группы и пидорит его во всю. Ребята, отмылся он. Красавец. Заблестел всеми своими красками. Не удалось этим сукам испортить его. Прикольно на него садишься после любой другой машины. Блин, на газ немножко нажимаешь, он просто вырывает из-под тебя, блин. Все рвет и мечет просто. Ну все, на этом всем пока.